Бабушка, ты самая-самая красивая. У тебя самая красивая улыбка. У тебя самые красивые глаза. Когда я буду звоночки, и даже представить не могу, что у меня будет такая хорошая мама, что у меня всегда сердечки. Что такое счастье? Каждый понимает по-своему. Но почти каждая женщина, которая стала мамой, однозначно скажет: счастье – это иметь детей. К сожалению, не все женщины, узнавшие о беременности, готовы родить малыша, растить его и воспитать. И тогда они приходят к врачу, чтобы избавиться от своего собственного ребенка, убить его. И как доктор, и как женщина, я совершенно искренне могу сказать, что аборт – это абсолютное зло. Это зло с любой точки зрения, с какой бы стороны к этой проблеме мы не подходили. Если говорить с медицинской точки зрения, аборт – это всегда глобальный стресс для организма. А стресс, особенно гормональный стресс, которым сопровождается аборт, это основа абсолютно всех гинекологических заболеваний, известных на сегодняшний день. Как только женщина становится беременной, в организме активизируется абсолютно каждая клеточка ее организма. И вдруг, когда происходит прерывание беременности, это, ну не знаю, как сказать, это как самолет, который взорвался в воздухе. Это как поезд, крушение поезда, мчащегося с огромной скоростью. Ну, это катастрофа на самом деле. И даже если сразу после аборта у женщины нет никаких видимых осложнений, можно не обольщаться. Через какое-то время зазвучат диагнозы миома матки, эндометриоз, кисты яичников. В патогенезе всех гинекологических заболеваний гормональный стресс. Кроме того, аборт – это всегда знак равенства, хронический эндометрит, то есть воспаление слизистой оболочки полости матки. Это то место, где должно прикрепляться плодное яйцо, это то место, где должно оно питаться на ранних сроках беременности. И зачастую случается так, что слизистая оболочка полости матки теряет возможность накапливать питательные вещества. А это уже путь дальше к невынашиванию и к бесплодию. То есть тогда, когда эта беременность уже будет желанная, когда понадобится желанная беременность, может случиться так, что будет уже огромная проблема для того, чтобы ее осуществить. И вообще, честно говоря, я не вижу логики между нежеланной беременностью сегодня и желанной завтра. Странно, что мы можем не хотеть Таню, Машу, Наташу сегодня, да, и хотеть там Андрюшу и Катюшу завтра. По благословению Романа Амплеева, протоиерея, настоятеля храма в честь иконы Божьей Матери, в Новошахтинской женской консультации открылся кабинет психолога, который работает 2 раза в неделю. Евелина Сергеевна принимает женщин, которые решились на аборт, и убеждает их отказаться от этого страшного шага. Я являюсь координатором Центра поддержки материнства, семьи и детства «Матушка», который направлен на осуществление такой комплексной адресной поддержки беременным женщинам, их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и стоящих в связи с этим перед выбором прервать или сохранить беременность. Не скрою, что я здесь работаю по благословению протоиерея Романа Амплеева, как, в общем-то, его первое предложение было заняться именно такой работой. Честно говоря, было неожиданно, но в то же время для меня это не ново. Я работала с беременными, у меня была школа «Матушка», именно как клуб для будущих мам, для беременных. То есть, в общем-то, мне это было приятно, даже хотя бы по той причине, что я в этой деятельности уже была. Мне посылают непосредственно врачи, акушеры-гинекологи, женщин, которые желают прервать беременность. И, в общем-то, основная цель моей консультации в том, чтобы дать беременной женщине полную информацию о последствиях аборта, как духовных, так и физических. И, в общем-то, моя задача как консультанта состоит в том, чтобы предостеречь женщину от непоправимого шага, в общем-то, который
накладывает определенный отпечаток на всю ее последующую жизнь. Нам все много лет говорили, что только зародившаяся жизнь – это еще не человек, это всего лишь эмбрион. А вот современные технологии доказали, что это неправда. Я, наверное, уже лет 30 работаю на ультразвуковой диагностике. И процесс формирования ребенка буквально с первых дней я 30 лет вижу на экране. И я знаю, что в 6 недель беременности я на экране вижу, ну ладно, пока еще пустое плодное яйцо. Но в 6 недель 2-3 дня это уже эмбриончик, это уже живой человечек. И у него стучит, громко стучит на весь экран сердце. А в 12 недель беременности это уже мы с вами, это совершенно такой же человечек, как мы. И прерывать эту беременность, убивать этого ребеночка, ну это преступление. А, насколько я помню, из животного мира только хомячки поедают своих детенышей, убивают их. Ну послушайте, мы же с вами не хомячки. Но почему-то мы совершенно бездумно и даже безнаказанно, для собственной совести в том числе, убиваем своих детенышей. Ну же, вы знаете, доказано даже медициной, на самом деле профессор эмбриологии доказал, что с первого дня зачатия это именно человек. То есть в нем, в этой клеточке, в первой самой, заложено абсолютно все, каким он будет, цвет волос, цвет глаз, то есть вся генетика, все, все прописано, буквально вся жизнь человека в этой первой клеточке. Сказать, что это не человек, ну просто невозможно. Кто же это тогда? Крокодильчик, цветочек? Нет, это только человек, конечно же. Так что же такое аборт? В последнее время и врачи, и представители церкви сходятся к одному мнению. Аборт – это зло, а с психологической точки зрения. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Аборт – это вообще-то преступление, это человекоубийство. Конечно же, это детоубийство. Как правило, сделать аборт женщину подталкивают разные жизненные обстоятельства, и порой им тяжело противостоять. Отговорки разные. Иногда это тяжелое там какое-то материальное положение, да, невозможность родить, вырастить ребенка еще одного, да, если уже есть дети, или отсутствие там брака, отсутствие какой-то поддержки. Но зачастую, мне кажется, это просто, я не знаю, это эгоизм или это просто отсутствие здравого смысла, отсутствие вообще какой-то ума, логики. То есть люди, наверное, может быть, считают, что раз это разрешено государством, то, наверное, это безвредно, безопасно. Может быть, люди не понимают, что там это уже живой ребенок, что это уже живой человечек, и что это вообще-то человекоубийство. Вы знаете, первоначально называют причины очень такие стандартные, я бы их назвала шаблонные, которые потом в результате беседы сама женщина понимает, что далеко не эти причины, которые она изначально заявила, являются вот изначально причиной на самом деле аборта. Называют материальные причины и как бы указывают на то, что, ну, вы же понимаете, как у нас сейчас государство нас не поддерживает, начинают перечислять о том, что не хватает, в общем-то, денег. Потом выясняется на самом деле, что в принципе все в семье благополучно. Скорее всего, не устраивает отношения с мужем. Потом начинает жаловаться на отсутствие поддержки со стороны близких, со стороны, опять-таки, супруга прежде всего. То есть, скорее всего, неудовлетворение отношений вот именно внутрисемейных. Соответственно, беременная женщина, которая приходит сюда, находясь в трудной жизненной ситуации, нуждается не только в психологической помощи, это выясняется уже в процессе беседы. Я в конце прошу ее заполнить анкету, нуждающуюся в помощи, где более подробно описаны все виды помощи. И уже в рамках прихода мы оказываем и юридическую, и социальную, и духовную поддержку. В планах у нас также открытие гуманитарного склада с целью осуществления продуктово-вещевой помощи нуждающимся. Благодаря Роману Амплееву в коридорах женской консультации появились телевизоры, которые транслируют фильмы о развитии малыша в утробе матери. В психологии есть такое понятие, как постабортный синдром. Это психические симптомы, которые проявляются вследствие переживаний женщины после сделанного аборта, то есть так называемое чувство вины. И оно нарастает в течение даже 3-5 лет. Эта симптоматика нарастает, выражается в чем это? В агрессии к уже рожденным детям, в агрессии к мужу, что не уберег.
нарушаются отношения вообще между супругами, появляется безразличие, пропадает доверие, то есть такие также симптомы, как депрессия, бессонница, уход в зависимости, наркомания, алкоголизм, попытки суицида, то есть все это характеризуется такими психическими симптомами. Он убегал. В него стреляли люди. Проваливаясь лапой в рыхлый снег, волк твердо знал, спасения не будет. И зверя нет страшнее, чем человек. А в этот миг за сотни километров был в исполнении ужасный приговор. Девчонка малолетняя там где-то уже четвертый делала аборт. Малыш кричал, но крик никто не слушал. Он звал на помощь: «Мамочка, постой! Ты дай мне шанс, чтобы тебе быть нужным. Дай мне возможность жить, ведь я живой!» А волк бежал. Собаки глотку рвали. Кричали люди, пьяные в лесу. Его уже почти совсем догнали. Волк скинул морду и смахнул слезу. Малыш кричал, слезами заливаясь: «Как страшно, не родившись, умереть!» И от железки спрятаться пытаясь, мечтал в глаза он маме посмотреть. Вот только маме этого не нужно. Не модно стало, видеть или рожать. Она на глупость тратит свою душу. Своих детей так просто убивать. А волк упал без сил, так было надо. Он от волчицы варваров увел. Одна она с волчатами осталась, когда он на себя взял приговор. Собаки рвали в клочья его тело, но только душу волчью не порвать. Душа его счастливой мчалась в небо. Ради детей есть смысл умирать. И кто, скажите, зверь на самом деле? И почему противен этот век? А просто человечнее на звере. И зверя нет страшней, чем человек. Вот читая в сотый раз это стихотворение, я его лично без слез читать не могу. Мне кажется, если бы я сидела в коридоре, пришла на прием к врачу с целью сделать аборт, прочитала его 2-3 раза, наверное, я бы повернулась и ушла. Совершенно искренне говорю, я думала, что с того дня, когда мы повесим эти плакаты в холлах, у нас аборты прекратятся вообще. К сожалению, почти ничего не изменилось. Иногда я задаю себе вопрос, может, мы все-таки частично хомячки? В этом году 224 аборта за год, не в этом году, в 17-м, да? В 16-м году их было 290, в 15-м году их было 275, ну, примерно цифры одинаковые. В 17-м году их чуть меньше, но это чуть меньше. 224 – это 224 жизни. Страшная статистика для нашего небольшого города, но все же несколько женщин нашли в себе силы отказаться от убийства своего ребенка. По статистике это все-таки 12% от женщин из обращающихся сохраняют беременность. Я всегда даю свои координаты. Мы очень часто потом встречаемся, тем более женщина приходит на консультацию в течение беременности. Частенько мы видимся, да. Это самые, наверное, счастливые моменты в моей работе, конечно. Психолог впоследствии поддерживает связь с мамочками, которые отказались от аборта. Вот кто действительно оставляет беременность, да, и потом выходит с малышом, ну как-то я говорю все время тем, кто приходит ко мне, вы знаете, вот ни одна не пожалела, не вышла с малышом и не сказала: «Ой, зачем же я его родила на самом деле?» Нет, счастье семьи, как говорят, что Господь дает вообще с рождением человека, да, появление новой жизни в семье, дают семье новые силы самой женщине, новые силы для развития
развития семьи, то есть это такой существенный шаг, скачок в развитии самой семьи, рождение нового ребенка. У Евелины Сергеевны трое детей, она счастливая жена и мама. И смысл моей жизни, я считаю, что какой еще для женщины может быть смысл? Работа, да, конечно же, но прежде всего это дети. Дети – смысл существования моего, да. Все же человек – странное существо. Мы так плачем, когда теряем своих детей и в то же время сами с легкостью решаемся на аборт. Что же делать с этим? Ну, по большому счету, мне кажется, что все-таки это должна быть не столько борьба с абортами, а сколько, наверное, целенаправленная какая-то политика за жизнь, да, в том числе и политика государства. То есть ни церковь, ни мы, ни какие-то там общественные организации, наверное, не в состоянии сделать так, чтобы аборты прекратились вообще. Вот, может быть, если с экранов телевизора круглосуточно, когда идет реклама, вместо рекламы там сигарет, пиво, да, может быть, если показывать действительно вот это стучащее сердце эмбриончика на 7-й неделе уже беременности. Конечно, основа основ – это все-таки семья. Именно в семье закладывается родителями. Много зависит от того, конечно же, сама мама делала ли аборт. То есть это все, естественно, влияет. Вот как мы говорим о том, что нравственность в обществе упала. Наверное, это и есть причина сейчас всего. Прежде всего, начинает работу, конечно же, с молодежью. С молодежью, хотя бы со средних классов, проводить беседы о том, что такое семья, что нужно для того, чтобы благополучно в ней существовать, выполнять свои роли, роли мамы, роли жены, как бы нас нигде этому на самом деле не учат. Учат всему, чему угодно. Ну, к сожалению, не так, как правильно существовать в семье. Вроде бы как те устои, которые были, значит, где был описан домострой, мы уже давно с этим распрощались и не хотим к этому возвращаться. И в то же время, а что взамен, да, на самом деле, стоит задуматься и, конечно же, работать с молодежью, работать со студенчеством. Именно как бы на это сделать упор, конечно. В ваших планах есть это? Да, обязательно. Просветительская деятельность и уже ведется в рамках прихода у нас храма Донской иконы Божией Матери. Просветительская деятельность ведется со студентами ЮФУ, колледжи и старшеклассниками. Когда у женщины появляется малыш, это дар свыше. С его появлением на свет каждая мама не понимает, как она жила раньше без него. Мамочка, разглядывая крошечные губки, глазки, пальчики, умиляется и радуется. Дай Бог, чтобы каждая женщина испытала счастье материнства. Женщинам я бы пожелала здоровья. Здоровья не только физического, да, а здоровья нравственного. Взрослости нравственной, потому что когда женщина имеет возможность стать матерью, она должна не разменивать эту возможность, не идти вразрез с собственной совестью, должна рожать детей. Вообще-то это самое главное предназначение женщины на земле, все остальное вторично. Я хочу, чтобы наши женщины были здоровыми, и чтобы они понимали, что ребенок – это самое главное счастье и самое главное достижение в их жизни, которое дал им Бог, и которое им дала вообще сама жизнь. Пусть они рожают побольше, пусть они будут здоровы, счастливы. Ну, это прибудет в нашем городе добро и счастье. Может быть, общими нашими усилиями как-то получится, чтобы добро пребывало. Хотела бы пожелать, во-первых, не спешить. Подумать сердцем, прежде всего, остановиться. Очень часто женщины спешат из-за того, что вот как раз-таки думают, пока там ничего нет, я быстрее это сделаю. Нет, как я уже сказала, да, что с первого дня это именно человек. Не спешить, послушать себя, заглянуть вовнутрь, поговорить еще раз со своими близкими. Очень часто многие говорят, что даже да, еще и муж не знает. Конечно же, это совсем страшно, такого вообще не должно быть. Послушать свое сердце, материнское сердце. Если в семье уже есть детки, тем более как бы вводить в семью со сделанным абортом вот такое вот как бы несчастье и ряд определенных проблем очень не хотелось бы. То есть послушать себя, свое материнское сердце, не спешить.
Любите своих мамочек.